Так, за дискотеку по полтиннику. Мы выступали 3 раза, итого 365 на батрака. Вы не в церкви, вас не обманут. Бэмби, смотри, сейчас заныкает. Я тебя сныкаю. Подержал и хватит. Пашич. Слышишь, а себе ты сколько отслюнявил? Ну, сложи все в кучу и получишь результат. Сейчас скажу. Это где-то 1800. Нехило, блин. Как договаривались? Или вы считаете много? Ну, косарь 800. Хорошо, объявляю расклад. Кассеты я купил по 5. За свои. Это 2,5 куска. Костюмы. Казенных не хватило, я добавил своих 700. Усилок новый 500. Профессору фуз купили? Да, хорош. Фирма непаленый. Это 250. Микрофон, кабель новые. Студия пол косаря. Короче, я вложил своих около 3000. Около. Это значит, что, возможно, больше. Есть вопросы? Ну, блин, ну... Тёмыч, ну просто так спросил, что... Пах, я просто так отвечаю всем, чтобы было прозрачно. Артём Николаевич, так нормально? Так. Левый чуть-чуть выше. Так. Ну как? Ну, может быть. Да вроде нормально. Лили, привет. Привет. Всем здрасте. Привет. Ты долго еще? Сейчас, 5 сек. Садись. Ты машину закрыла? Ой, да. Держи. Если кому интересно, я в Москву летал на днях. Да ладно. Когда ты успел? Да, на один день. Кстати, билет покупал за свой счет, майонез. Да хорош, блин. Короче, я добазарился. Срок арены. Они нас берут. Будем выступать по телеку на весь Союз, пацаны! Обалдеть! Меня в Ереване покажут! Рубиться будем! Блин! С кем рубиться? Да какая разница, Паха? С такими же, как мы, молодыми и борзыми. Пах, можно тебя на минутку? Слушай, тут такое дело. Ты не против, если я с Лилей буду? Паха здесь, короче, звезда местного масштаба. А я тут при чем? Ну, я серьезно. Ты же знаешь, что она давно мне нравится. И сейчас мы с ней... Ладно, нормально все. Раньше мог сказать? Без Б. Угу. Здесь за спасибо не наливают. В курс? В курс. Ага. Проходите, пожалуйста. Ты что будешь? Я? Что, мне тоже можно? Ну, смотри. Значит так, мне цыпленок табака целый. Жульен с грибами и бутерброды с икрой. С красной желаете, с черной? А и с той, с другой, да? И без хлеба. Да, и фрукты. И овощи. Это еще мне кофе. Да что-нибудь мясное. Эскалопчики очень душевные. Советую. Годится. Приятного отдыха.
Здесь через кухню можно смыться, я знаю как. 365. Как с куста. Ничего себе. Как раз мы на зимние ботиночки, да? Угу. А? Опа, кюбе! Я извиняюсь, девушка. Братан, ты это... Харитон? Ну, без Б? Ну, типа да. Братан, ну, вообще молодца. А я ребятам говорю, это он, это он. Спасибо, брат. Класс, короче, молодца. Хорошо поешь, вообще ништяк. Все, извините, девушка. Молодца. Поняла? Нет слова, сплошные слюни. Аперитив. Шампанское для дамы. Горячее по готовности. Внимание, товарищи, поздравления. Для дорогой Галины Александровны от друзей сейчас прозвучит еще одна популярная песня Софии Ротару. Только этого мало. Откуда такие бабки? Тёмыч кассу подпилил. Понятно. А себе сколько он взял? Половину с общей кучи. Хило. Так договаривались. Интересно. Не, ну это, конечно, не мое собачье дело, но я не понимаю, почему он себе берет половину. Он лаве свое вкладывал. Ну и вообще крутится. Ну и что? Песни же твои. Ты солист. Я тебя не керосиню, я просто... Ну реально, без Б это ты. Павел Харитонов, Советский Союз. Только, Жульен. Кусинка. Это я. Добрый вечер. Братан, спаться эту песню, как она, ты говоришь? Найди тебя. Вот, точно. Пусть друга. Вот, лаве, на, держи. Сейчас будет. Мужики, хорошие, а? Чё ты вёжешься? Дежур, болтуса мало? Болтуса мало. А может, тебе... О, сотку дать? Не-не-не, ну, не. Ну, зачем? Мальчики, отвалите, а! Тихо, тихо, тихо. Руки. Чё? Ты чё? Мамка 7 ноября устроила уборка дома, так и прогнала нас. Тарас, такое дело. Игорюк, я сейчас для тебя катрусинки на зал хоть до утра устрою. Ты что любишь? Мультики? А может, ужасы? Не, Михаил Маркович, давай-ка мультики. За ужасы я сейчас тебе сам расскажу. В общем, лежу я, короче. И вдруг ко мне Чарлик приходит, как живой, только не веселый,
короче, живой труп. У меня аж мурашки по коже. А он мне говорит: «Да что ж ты меня, Витя? Мы ж с тобой со школы. Ты же мне физику сдувать давал. Я руки выставил, и на меня идет. Идет, 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 идет». И тут я просыпаюсь. Это караул, Витя? Да не то слово, Миша. Я знаю, что думаю. Надо бы к нему на могилку съездить, цветы положить. Может, простит? Так же ведь каждую ночь. Съездим? Зачем, Витя? Надо, Миша. Я чую, что надо. Витя, я не знаю, где его. Его вообще глухонемые хоронили. Так возьмем их и поедем. Витя, скоро праздники, а ты... То ты, оно шо праздники? Я ж коммунист. И шо? Как это шо? На носу годовщина революции. А у меня партийная совесть. Неспокойно. Это шо, по-твоему, по-ленински? Съездим. Я возложу красную гвоздику, спутницу тревог, на могилу падшему товарищу. Может, он успокоится. Надо ехать, Миш. Ну, надо так надо. Москва – это мегаполис. Ты понимаешь? Что? Я говорю, мегаполис, огромный город. Всем привет! Привет. Привет. Он привет. Просто гигант. Кайри Иван, что не мегаполис? Так? Алису пристроила? Конечно, соседки напротив отдала. Чудесная женщина. Анастас, купи уже им глобус Армении. Маленький. Да что такое, майонез? Давно ты там был? А? Давно. Лекарство успокоительное. От нервов. 10 флаконов. У меня еще коньяк, дядя. Слушай, да он пален, твой коньяк. Ты пален. Я почувствовал. Что, гоните, что ли? Майонез, Бэмби узнает, она тебе такие нервы устроит. Что она не узнает? Доктор сказал пить после полуночи большими глотками. Слышь ты, чудила! Я тебе что, на слона похожа? Что орать-то сразу, блядь? А? Рок-н-ролл жив! Всем привет! Встречайте, бэк-вокалистка группы Без Бен Лиля Виноградова. Так, кто за, кто против? Отлично, все за, единогласно. А что стоим? Поехали, поехали! Тихо, 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 присесть надо на дорожку. Да погнали, в поезде насидишься. Обычай такой, дорога длинная. Так, все сели. Анастас, улыбнись. Ты зачем взял ее? А ты зачем? Все, харе сидеть. Поезд Одесса-Москва отправляется через 40 минут. Вперед, товарищи, нас ждут великие дела. Поможешь? Спасибо, брат Анастюк. На здоровье. Давай, шеф! На любви. Kiss me, baby, take this sugar. Чьё гормоны щелкают у каждого внутри. Love me tender, light my fire. Любовь меняет цены на водку и цветы. Потом плодит шедевры ненужной красоты. Любовь вдыхает в тело типичные мечты. Kiss me, baby, take this sugar. Девчонки машут флагами и в бубны бьют юнцы.
фильмы про чувства навсегда. Потом срывает кассу самолеты, поезда. И сколько жизни прожжено, не вспомнит никогда. По-южному яркие. Начав выступать совсем недавно, они сразу заявили о себе, как об одной из центральных одесских рок-команд. Посмотрите, как встречает их искушенная московская публика и собравшиеся в зале акулы-пера. Группа «Бизбэ», Одесса, солист Павел Харитонов. Вы знаете, при том, что ваше выступление мне понравилось, но все-таки есть ощущение какого-то диссонанса, что ли. Песни довольно резкие, в них есть вызов. Хулиганство в хорошем смысле, в духе нашей ранней Аллы Пугачевой. А вот костюмы, какие-то слишком пресные, приличные. Вы нас обижаете. Костюмы шились на малоарнаузского Шнирсона, у самого лучшего закройщика Одессы. И скажите, что вам не нравится, а? Песни, они же должны нести социальный посыл, так? Особенно сейчас. А вы к чему призываете? Непонятно. Мне кажется, что ребята не должны отчитываться за каждое свое слово. Это же песни. У них важно настроение, эмоциональный заряд. Это же не доклад на партсобрание. Я правильно говорю, ребята? Да, эмоциональный заряд. Абсолютно с вами согласен. Здесь, на рок-арене, к сожалению, мы очень часто видим, как за эффектными фразами скрывается отсутствие гражданской позиции. Не надо мне свистеть! Я сказал отсутствие гражданской позиции! Артем, скажите, а вы не думали, что группе «Бизбэ» надо переезжать в Москву? Ведь сюда перебрались уже многие провинциальные коллективы. Спасибо за предложение, я подумаю. А я уже подумал. Нет, конечно, многие переезжают. Но не из Одессы, потому что из Одессы переехать нельзя. Так что давайте лучше все к нам! Кроме шуток! Что я могу сказать? Вы все видели сами. Ребята выступили честно, выложились по полной. И зал это оценил. Конечно, им еще нужно много работать, но свой сегодняшний успех они определенно заслужили. Как говорят в Одессе, без «Б». Эх, Лилька, было бы время, мы бы с тобой на речном трамвайчике покатались. Классно, вдвоем, огни, вообще здорово. Кстати, а может поедем с тобой как-нибудь? Темно. Вдвоем, на машине моей, а? В Москву. Поехали, поехали. А что, здорово? Ну, посмотрим. Саня. Хорош фотать, профессор. На, согрейся. Сань, да ладно, это же для хроник. Хроник, блин.
Бэмби! Да отвали ты! Уже пошел. Фара, улыбнись! О! Во! Паху сними! Высоко сидим, на Кремль глядим. Тёма, приз! Мы лучшие! Без Б лучшие! Точно! Класс, ребята! Москва! Мегаполис! Вот-вот! А то Ереван, Ереван! А что Ереван? Ереван тоже мегаполис. Только маленький! Друзья, у меня есть предложение. А давайте здесь на недельку останемся. Устроим культурно-развлекательную программу. Я за. О, класс! Круто! Ништяк вариант! Тём, а? Па! А билеты под пилу? Да садим мы эти билеты! Да бутылки ты будешь дома сдавать. Тём, мы же в Москве ничего не видели. Когда еще будем? Так, в 6 часов у нас поезд. Короче, программа такая. Сейчас идем в Третьяковку, здесь рядом. До 3 часов культурно растем. Там мишки на севере, бурлаки на Волге и так далее. Так, давай с портвейном притормозим. Шо? Только пиво, майонез. Так пива-то нет. А в 6 часов у нас поезд, так что в 3 отчаливаем на вокзал. Ферштейн? Ну ты весь кайф обломал. Погнали, погнали, майонез. Чего? Какие мишки? Давай, пойдем. Идем. Давай без Б напишем, а? Анастас, давай. Держи лестницу. Давай, помогу. Давай. Опа. Че сидим? Сейчас. Пойдем. Сейчас. Идем? Ребят, ну идем же. Иди. Я не понял. Что ты не понял? Ты же сам сказал, что, может быть, в Москву переедем. Считай, я уже переехал. Ты чё, братан? А что, классный город. Впишусь в какую-нибудь команду барабанщиком. Эй, люди! Кому барабанщик нужен? Эй! Пах, ты чё, серьезно, что ли? Все, мы остаемся. Пах, погоди. А как же мы? А что вы? Играете, а что, против, что ли? Тёма у вас, во, художественный руководитель. Он вам все сделает. Песни сделает, костюмы сделает. Ты же петь еще умеешь, правильно? Давайте вперед. Тыц-дыц-дыц-дыц. Ты с цепи сорвался, да? Да, ребят, он просто прибухнул. Слышь, майонеза паси своего. Серьезно. Пьяное зачатие, не игрушки. Что? Тихо-тихо-тихо, да майонеза, спокойно. Ты за базаром-то слежи. Договоришься. Слышишь? Я спокоен. А что? Спокойно. Что? Ты же сама говорила, без Б это я. Без меня, без Б нет. Да, говорила. И что? Все. И бабки я с тобой не буду больше хворну делить, понял? Что ты смотришь на меня, пан директор? Все. Пойдемте, пойдемте. Давайте, пойдем, валите! Давай, давай! Идем, идем, майонез, пошли. Скажи честно, это все ты из-за него? Или все же из-за нее, а? Я выхожу в холод улиц, хотя мог остаться там, где теплее. Я не дрожу, пламя надежды в сердце горит, и душу мне греет поздно. Думать о смерти рано, петь о победе, я сделаю шаг. Второй, третий, я знаю, что буду за это в ответе. Это ты сейчас мне сказал? А что ты сейчас стираешь, а? Скажи, ты сейчас такой бурзый? Или у меня что-то со слухом, а? Зачем это все? Ты что, сомневаешься?
И главное, с чего ты? Нужен же себе человек упокой, Господи. Ой, не по-людски это тревожит-то. Далеко еще? Да нет, здесь недалеко, рядом. Монтана, чуть осталось. Чуть осталось. А Монтана? Падай! А? Что твори? Завалить хотите? Ничего не знал, Витя! Это не надо. Это все она. Она придумала, так и говорит. Говорит, давайте его, ну, чтоб не вякал. Это ж на всю жизнь страховка. Это не я, Витя, клянусь. Ничего не знал, Витя! Не надо, Витя! А что ж ты, гнида, с Чарликом-то сделал? А я ему это, путевку организовал. Ну, на медовый месяц за счет профсоюза. А. Благородно. Вить, ты мне скажи, мне, ну, на двоих копать или... А ты копай, копай. Ага. Пока на двоих, а там поглядим. Ты ж понимаешь, Михаил Маркович, где два, там и третий. А мне теперь реально все равно. Без разницы. Привет. Опаздываешь. Почему здесь, не дома? Дома нельзя. Перешел на нелегальное положение. Что случилось? Не надо было брать снотворное без спросу. Жора, а что мне нужно было делать, если тебя закрыли, а Дульдер... Дульдер все знает. Что? Все. Наш друг Маланец советует рвать когти прямо сейчас. Домой не возвращайся.
Постарайся без этих вокзалов, самолетов. Как говорится, береженого Бог бережет. Держи. Не надо. Я не поеду, Жор. Очень жаль. И глупо. Да, знаю. По глупости я обещала Пашке быть честной всю жизнь. Романтично. Будете жить честно, но недолго. Павла Васильевича жалко. Тебе? Пока. Алло. Алло, ничего не слышно. Говорите, ну что вы там дышите? Алло. Ба, кто там? Ничего не слышно. Алло? Алло? Это же ты, Паш. Я знаю, это ты. Есть сигарета? Спасибо. Не за что. Нормально. Можно? Садись. На гастролях? Да, на гастролях. А я вчера с Москвы приехал. А я завтра туда. Потом в Ленинград. А ты группу Без Б знаешь? Слышал. Ну, это я. Ну, мы с пацанами. Как тебе? Не знаю, просто про вас слышал. Нас по телеку сегодня показывают. Рок-арене. Здорово. Как сыграли? Нормально. Посмотришь? Если получится. Я ночь все слушал. Раз 10, наверное. И как? Да вообще ушак. Весь альбом причем. Я тоже пишу. Иногда вроде ничего даже получается. Как послушаю там Наутилус или тебя. Вообще не понимаю, как ты это делаешь. Я же не сам все. Там все впахивают. Песни же твои. Ну как мои? Нет же группы Цой. Есть кино. Извини, друзья ждут. Я ушел, наорал на них. Пойду мириться. Здрасте, баба. Вася, как нога? Растет. Ну, слава богу. Как Москва-то? Стоит? Стоит. Бать.
Нет тех денег. Что, потратили? Спалили. Как спалили? В тазике. Добрый день. Привет, Фил. Здорово. А сколько их там было-то? Не знаю, много. Ты же видел. Что, прям так сжег? Жалко. Жалко? Таких денег за всю жизнь не заработаешь. Па. А. В общем, это она раньше занималась. Дела там всякие делала. Сейчас все завязала. Что, перевоспитал? Ну, вроде. На 7-е. Где праздновать собираетесь? С пацанами? Не знаю. А то давай вон, у нас. Лады. Васечка, так какого ж ты документы поклал в тумбочку возле кровати? Еле ж нашла. Пошли, родной, давай, пошли. Ма, давайте нам такси вызовем. Обворованные? Мать. Идем, Васечка, идем. Маршрутка, Вася. И если ты меня кинешь, мое сердце навсегда покинешь. Нормально? Ага. Проигрыш, а дальше припев такой. Ты королева красоты. Жопа нюхаешь цветы. Майонез, нормальный текст. Рогус сделает аранжировку. Да, Димыч? Ну, сделаю. И все, вперед. Что тебе не нравится? Да все мне не нравится, Тём. Туфта это полная. Без пахи мы говном. И что делать? Разбегаться теперь? Я не знаю. Так, а где телек-то? Рогус, где телек? Тёмыч, подожди, что сначала, шар или телек? Стас, может, мы сначала телек принесем? Мы же договорились. Тёмыч, а не мешай, да? Видишь, красоту навожу. Что такое-то, а? Тём, маэстро. Поздравить заехали. Вас тоже с праздником. Вуаля! Пацаны, ну только не ногами, а! Паш, встань. Не понял, мне что, земли поесть? Вообще-то такие вещи кровью смывают. Так, да? Ладно. Да ты что, смеешься, что ли? Ихтиандр, блин! Ты куда собрался-то? Паш, не май месяц! Паш! Прощайте, братья! Дурак, блин! Да ты-то куда? Артём, сделай что-нибудь. Ну. Идиоты. Ненавижу. Да ладно, ребят, вы что, не сговорили, что ли? Я нахрен мог! Совсем с ума посходили. Привет, Эрмин. Здорово.
что, ты тоже пойдешь? А? Нет, я здесь постою. А, молодец. Моржи хреновы. А лечить кто будет? Я, что ли? Ага, сейчас. Ему он банки поставить невозможно. Убегает от меня. Слышали? Была история такая. Пошли как-то в больницу. Кровушку с пальчика брали у него. Так этот бугай здоровый в обморок упал, прикиньте. Бам такой, и все. Лера, вы горошка случайно зеленого не привезли? Нет. Да, без горошка будет не оливье, а мура какая-то. Ну, я пойду поищу, наверное. Он все равно со мной будет. Икра свежая. Где брали? В магазине. Mm. Океан. Класс. А в 22 часа 50 минут... Так, ребята, вкуснейшие, аккуратно. Вы можете присоединиться к сидящим за столиком. Прикиньте, я сегодня Цоя видел. Да ладно. А что не Джона Леннона? Лена мертва, а Цой жив. Точняк. Так, друзья, у меня тост. Сядь, все начинается. Что? Вы прикиньте, сейчас нас весь Союз смотреть будет. Добрый вечер, друзья. Сегодня на рок-арене новая неизвестная команда. Мы представляем вам молодых... Но талантливых ребят, это честно. Пожелаю удачи. Не время, дорогая, для песен о любви. И что такое? Что с телеком? Работает он же нормально все. Рога, быстрее! Что ты каналы переключил? А что делать? Ты канал не место отдела попросил. Сейчас, так. Я говорил, ты телек проверишь сначала, а не гирлянды эти вешать. Не красоту на ноги. Стас, не сломай его. Мы вообще ничего не посмотрим. Стас, сломаешь сейчас. Чуть выше подними, иди! Тим, не дергай рукой! Держись! Давай! Вот, все. Опа! Все, не дыши! Что я могу сказать? Вы все видели сами. Ребята выступили честно, выложились по полной. И зал это оценил. Конечно, им еще нужно много работать. Но свой сегодняшний успех они определенно заслужили. Все. Как говорят в Одессе, да, ребят, без Б. Недолго музыка играла. И чё? Это мы прощёлкали. Остальное-то Союз весь видел? Конечно. И кто мы после этого? Бараны мы. Рок-звёзды мы. О. Народ, я достану это видео. Отвечаю. Без Б? Без Б. Ага. Без Б! Без Б. Без Б! Без Б! Маш, все в кайф? Рок-н-ролл.
Рок-н-ролл жив! Рок-н-ролл! Ну снимите меня, ребят! Ща, Димасик, снимем! Держи, Димас! Готов? Улыбайся! О, хора гнать! Хватит гнать, ребят! Когда во всех окнах погасли огни, один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам не на чем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, отмотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Помнишь эту цыганку? Она права. Я тебе всю жизнь испорчу. Извини, Лера. Майонез! Майонез! Сказал не будить тебя.
Майонез! Артём! Стас! Верку видел? Где она? Уехала? Куда? Не знаю. Сказал, не буди тебя.